Вот, ее надо эту подставку снять. Держится она на четырех болтах. Вот сейчас я последний откручиваю. В общем, снять эту надо подставку. И под этой подставкой есть техническое отверстие, через которое вода вообще в штатном режиме сливается. Вот она. Видно здесь, не видно, я не знаю. Вот здесь, короче, вот так его пальцем туда, хопа, и все, оно пошло. Оно должно так всегда работать, но всякая листва, всякая байда такая попадает. Самое интересное, что год назад я мыл это отверстие, ну вообще здесь все промывал я. И все было чисто, посветь, посмотри, что покажи, что здесь как такой грязи-то нету. Все чистенько, в принципе. И вот на тебе, короче, беда. А заметил я, что льется, что вернее здесь вода, когда шланг сейчас тормозной менял, обратил внимание, что откуда-то из-под машины льется вода. Что за фигня такая? Короче, первая мысль это сюда была заглянуть. Почему-то удивился, пару дней длинные шли. Да тут какие бы ливни не шли, это отверстие-то не должно так забиваться. А оно забивается, гадина. Ну ладно, тормози.